Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня будет обзор новинок из магазина Sin. Дозаторы для жидкого мыла 599 рублей, к ним же есть стаканчики. Коллекция розового и серого цвета, стаканчики за 499 рублей. Вот такая интересная находка, если у вас дома есть ванная. Для меня не все детали понятны, например, вот эта палочка сбоку. Можно поставить ноутбук и стаканчик игристого. Цена 1499 и, судя по фотографии, она еще и раздвигается. Продается в коробке. Опрыскиватель для растений 20 сантиметров. Цена 399 рублей. Когда-то мы похожие видели в магните. Свеча с одним фитильком. Как ароматно пахнет. 699 рублей. Клубничный крем. Скорее всего, парафин. Есть еще один вариант похожей свечи, но здесь другое оформление с ароматом манго. О, этот мне даже больше нравится. Лавандовое настроение появляется не только в фикс-прайс, но и Sin 599 рублей. Микс в горшочках. Стеклянная ваза с рельефными стенками 599 рублей. Среднего размера ручка выполнена под эко-кожу. Также в Sin можно встретить прикроватные лампы 1999 рублей молочно-бежевого цвета. Лампочку необходимо будет докупить. Стильный подсвечник 1299 рублей. Каркас оплетен бумагой и в центре колба под свечу. Какие симпатичные органайзеры за 999 рублей. Две штуки. Можно хранить различную мелочь, но точно не что-то во влажной комнате. Оказывается, вазы есть еще синего цвета. Посмотрим, цена, скорее всего, не отличается, да. И ручки здесь черные. Для дома представлены аромасаше. Два варианта. Цена 149 рублей. Например, для гардероба. Симпатичная полка 1299 рублей. Напоминает форму головы мыши или мишки. Специальное крепление есть, чтобы подвесить на стену. Мягкие белые пледы попались на глаза с рисунком 150 на 200, 2499 рублей. Есть еще серого цвета. Находка для тех, кто берет с собой обед или завтрак в школу или офис. Цена 599 рублей, стакан с ложкой. Органайзер для холодильника, цена 299 рублей. Что-то похожее ранее продавалось в Фиксе. Такой же органайзер, только побольше размером, цена абсолютно такая же. Качество неплохое, но Фиксе мне нравились больше. Контейнер для хранения столовых приборов, ножей, поварежек, 1299 рублей. Размер 40 на 30 на 4,5 сантиметра. Набор из двух контейнеров, цена 599 рублей, мятного цвета. Как классические миски в Фиксе с крышками. Нашла накладки на углы, подойдут для тех, у кого дома дети. Прозрачные, 8 штук, цена 399 рублей. Рядом расположились стоперы, цена 399 рублей. Угловые и прямые, для шкафов. Всего в упаковке 6 штук. Контейнер ланчбокс разделен на 3 части, цена 499 рублей. Крышка герметично закрывается. Баночки для соли или перца 6 сантиметров, цена 299 рублей. Металлические салфетницы с цветами 499 рублей, белого и черного цвета. Салфетки настольные, 2 штуки. К сожалению, почему-то не указали точный размер. Черно-белая кружка с рисунком 299 рублей, внушительного размера. Второй вариант рисунка, цена не отличается. Переходим к товарам для животных. Накидка для салона автомобиля 999 рублей. Производитель Китай, а где размер, а зачем его указывать? Универсальный. Вот точно классная находка, 299 рублей. Я поддерживаю всех хозяев, которые убирают за своим питомцем. И есть еще набор пакетиков вместе с контейнером, но на нем цены не нахожу. Пластиковые двойные миски, цена 299 рублей. Средний формат, есть еще покрупнее, но цена не отличается. И одна миска, например, для воды, цену, что не написали, нет, как всегда. Небольшая сумочка для хранения, 399 рублей. Поместить сюда вкусняшки или какие-то другие вещи. Невысокая когтеточка, есть игрушка, которая свисает. Скорее всего, подойдут котятам, причем небольшим, 999 рублей. Серенькие. Ролик для одежды 199 рублей.
Ну, такое лучше покупать в Фиксе, там дешевле. За 499 рублей есть твердая игрушка косточка. За 199 рублей совки для уборки. Украшения на шее вашей собаки бандана 299 рублей. Ремень, поводок с карабинами 399 рублей. Более весомый за 599 черного цвета. Конечно же, есть рулетки 699 рублей. Вот такие цветные и однотонные голубые. Явно не для крупных собак карабины. Много детских товаров, шкатулки с мишками 499 рублей. Просто деревянные, внутри одно отделение. Набор игрушек 399 рублей. Можно использовать в ванной, прорезиненные. Звезда, осьминожка и краб. Наверное, это что-то вроде пледа или кокона. Размер 75 на 75, 899 рублей с милым мишкой. Да, это целая серия, 999 рублей, спальный мешок для малыша. С одной стороны мятного зеленого цвета и с другой стороны мишки. Есть завязки. Конечно, так не особо понятно. Настольная салфетка в форме головы мишки. Цена 149 рублей. По качеству тонкие. 599 рублей и это держатель для бумажных салфеток в детскую комнату. Кстати, выглядит мило и стильно. О, какая сидушка. 1499 рублей мишка, твердый, 27 сантиметров. В детской комнате у мальчиков просто должен быть такой светильник. Что-то цены нету. Сверху плафон, а снизу тяжелая машинка, работает от сети. Плед с вышивкой автомобиля 1299 рублей. Размер 120 на 200. Есть еще игрушки в форме мечей, также подушки, это 599 рублей. Такая же цена и на половинку арбузика. Набор фломастера и раскраска для детей от 3 лет. Должна быть большого размера, цены нет. Штора с детскими рисунками 140 на 260 сантиметров. Тигры, листочки. Ждем, когда появятся цены на них. 42 сантиметра подушка мяч, плоская, 799 рублей. Игрушка зебра, миленькая, 799 рублей, но небольшого размера, меньше подушки. Корзина 28 на 50 сантиметров, 349 рублей. Вот она есть в раскрытом виде. Сбоку рисунки динозавров. Большая игрушка, в то же время, мне кажется, на ней можно сидеть, цена 2499. Потому что внутри что-то вроде табуретки, твердый каркас. В высоту 77 сантиметров. Милый светильничек, 499 рублей. Снизу кнопка, ночничок, это, наверное, котик. Похожие продавались в фикс-прайс, но другой формы. Также есть мишки, цена не отличается, но за подобным я бы тоже в фикс пошла. Такого я точно не ожидала. Размер 180 на 30 сантиметров, 1299 рублей, это бампер для кроватки. Розового цвета с рюшей по краю. Есть предупреждение по использованию. Кстати, покрывало нашла еще с другой прострочкой. Изображен котик, но цена такая же. Подушка в форме кусочка арбуза 799 рублей. Удобная и мягкая. Подушка-косичка свернутая 200 сантиметров. Цена 1999 рублей, мне кажется, можно использовать для животных. Есть серого и бежевого цвета. Плейсмат с котиком, точно такой же, как с мишкой, за 149. Подушка розового цвета для любителей котеек, 40 на 40, 499 рублей. 350 мл, 349 рублей. Кружка с котиком и даже ручка в тему. Подушка в форме кошачьей головы розовая, цена 799, 45 сантиметров. Невероятно милая подушка в детскую комнату. 499 рублей с кроликами. 40 сантиметров. Очень нежно смотрится. Дополнением к подушке может стать 140 на 260 сантиметров за 1499 рублей штора. Светильник-единорожка 1299 рублей. Они дороговато ли? Салатнички 349 рублей. Все такое радужное, яркое. И десертные тарелки с таким же рисунком. Из той же серии, что и динозавр, только уже единорог, на котором можно сидеть. Цена 2500. Гирлянда лампочки, внутри которых шарики, 699 рублей. Шарики розовые и белые. Работает от двух больших батареек. Милый комплект для детской комнаты. Предполагаю, что продается все отдельно, но цены я что-то не вижу.
столик облачко и стульчик, где спинка тоже облачко. Белого цвета, ножки крепятся на металлическую основу. Бесценная детская табуретка, что-то сегодня с ценами в магазине туго. Новый товар, поэтому ничего страшного, к вашему приходу все появится. Цветочек. Подушка-звездочка голубого оттенка, 799 рублей. В дополнение есть облачко, и цена у них одинаковая, хоть и больше. Посуда есть не только с единорожками, но и с динозавриками. 230 мл кружка, 349 рублей. Салатники 349 и тарелки десертные 349 рублей. Подушка в форме динозаврика универсальна, как для мальчиков, так и для девочек. 799 рублей. Набор, который, думаю, будет пользоваться спросом у детей, пожарный. Каска, какие-то приборы, 1299 рублей. Небольшой ночничок в форме динозавра, 499 рублей. А мне кажется, или похожий точно был Фикси. Водный пистолет. Ой, я обожала в детстве, у меня, правда, были немного другие. Для лета классная игрушка, жаль, что цены пока нет. За последнее время в СИН просто бум канцелярии. Посмотрите, как много всего интересного. Раскраски с красками 399 рублей. Набор мелков 299. Карандаши за 99. Текстовыделители 349. И тонкие, и толстые. Да, скорее всего это дороговато, но скидки-то будут скоро, это точно. Пасхальная находка. Это подставка для яйца. Выполнена аккуратно. Набор из двух штук 499 рублей. Словно дорогой хрусталь. Модные стаканы еще с прошлого года 399 рублей. Сверху золотая каемка. Бокалы все еще в продаже 599 рублей. А также есть графины за 999 и бокалы за 399 рублей. На этом, пожалуй, я свой обзор закончу. Пишите в комментариях, какие товары вас заинтересовали, что понравилось. Вам всем хороших покупок, до скорых встреч и пока-пока!